Значит, популяционный раковый регистр Республики Карелия у нас представлен в онкодиспансере. Республиканский онкодиспансер сосредоточен. Все там. Значит, Республика Карелия представляет из себя два городских округа, Петрозаводск и город Костомокша, и 16 районов. Население республики 634 тысячи, в том числе Петрозаводск 272 тысячи, то есть почти половина населения сосредоточена в столице. В районах у нас сертифицированных онкологов, вот из 16 районов только 5. Остальное исполняют обязанности либо медицинские сестры, либо врачи, так называемые онкоответственные, которые ведут учет, в общем-то ведут. Всю информацию к нам высылают. Но источники регистрации у нас те же. Значит, к нам в онкодиспансер со всех медицинских учреждений республики приходят документы и выписки, где лечатся стационарные, где берут на учет. Все у нас сосредоточено в оргметоде. И пролечившиеся в нашем диспансере также вся информация проходит через оргметод. И в данный популяционный раковый регистр заносится и из амбулаторных карт, и из истории болезни. Сейчас у нас внедряется региональная информационная медицинская система по республике. Она еще только внедряется. Диспансер перешел уже на нее частично, то есть истории болезни ведутся в электронном виде, и мы берем информацию из этой программы. Но приходится вносить ее вручную, так называемый, в популяционный раковый регистр. Значит, мы используем программу Нового Санкт-Петербурга с 1996 года. В автоматизированном режиме вот это ведется. На учете у нас состоит 17 тысяч живых пациентов. База составляет ракового регистра около 50 тысяч. Ежегодно на учет берем около 2,5 тысяч. И умирают где-то 1500. Здесь представлены за 2 года показатели по основным локализациям заболеваемости и смертности и в сравнении с Россией и Северо-Западом. Значит, заболеваемость у нас растет и превышает средний по России и по Северо-Западу. В 2013 году мы были на 2-м месте из 10 регионов Северо-Запада после Новгородской области. На 1-м месте 2-й год рак молочной железы. До этого стабильно был рак легкого. У мужчин рак легкого, на 2-м месте вышла предстательная железа. У женщин, естественно, рак легкого, дальше кожа и гинекология. По смертности, значит, смертность у нас на высоком уровне, также превышает средний по России и Северо-Западу. Население пожилого возраста, конечно, в республике, и смертность растет. Чаще всего умирают от рака легкого, желудка, ободочной кишки, молочной железы. Проблемы, я смотрю, что те же самые, что и у всех. Так обратили мы внимание, что несвоевременная подача извещений. Сейчас надеемся, что с введением информационной системы это улучшится, потому что доктора в автоматизированном режиме уже заполняют извещения, и мы их на своем рабочем месте видим. Это, конечно, должно облегчить работу с внедрением по всей республике. И нет доступа у нас к электронной базе умерших. Мы, значит, ну, человек ежемесячно ходит в статуправление, снимает в письменном виде данные об умерших, и все вводим в раковый регистр. Ну и то, что отсутствие онколога в большинстве районов. Учет, конечно, мог бы быть лучше, видимо, если бы были ответственные, серьезные товарищи. Но в связи с этим мы на республиканских семинарах проводим 2 раза в год для врачей общей лечебной сети, где поднимаем все вопросы учета, статистики, ранней диагностики, онкопатологии. Ну и все.
есть вопросы. Скажите, пожалуйста, вот у вас ежегодно, вы говорите, что выявляется 2500 человек больных онкологическими заболеваниями. А какой процент запущенности у вас идет? Запущенность около 20% держится. 21, 22. Это четвертая стадия, да? Да, четвертая только. 20%. Еще вопросы, комментарии? Да. Сейчас маленькие комментарии. Скажите, пожалуйста, какие индикаторы вы используете для оценки качества данных? Используете некоторые индикаторы или... Индикаторы? Оценки качества данных. Если данные полные, обхват пациентов, как вы уверены, что это, что все... которые заболели, регистрированные? Да. Ну, мы делаем запросы, если посмертно выявляем посмертно умерших, то есть данных вовремя нам не поступили, значит, мы делаем запросы в районы, в поликлиники, они нам высылают данные, подтверждающие диагноз таким образом. Ну, мы уверены, что учет хороший. Я хочу маленький комментарий дать тому, что говорил Любовь Павловна. Дело в том, что Карелия... Вот я называл, что в начале 80-х годов мы книжку подготовили «Злокачественное образование на избранных территориях». Они не попали в рак на 5 континентах, но они были представлены в нашей книге. И там были показаны все локализации опухоли, а не 10, как это было в то время по остальным территориям. Это первое. Второе. В настоящее время Карелия стала второй территорией в Северо-Западе, и практически, в общем-то, в стране, которая начала исчислять показатели выживаемости по международным стандартам. Вот, я думаю, что они продолжат, и мы в ближайшее время... Вот в этой монографии, тот отчет, который представлен от Карелии, там эти данные есть, можно посмотреть и сопоставить. Вот. Поэтому, конечно, они молодцы в этом плане на протяжении многих лет. Там, правда, была и хорошая методическая поддержка руководителя. В свое время это был Дворин Виктор Вениаминович, который налаживал все эти дела. И они это продолжили с успехом. Спасибо. Спасибо.